Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав граждан при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, в ходе которой надзорное ведомство установило, что подрядчик, взявший на себя обязательства по капремонту 12 объектов в Котласе, должен был завершить работы летом 2022 года, но в установленные сроки не уложился. По выявленным нарушениям межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, по результатам рассмотрения которого мировым судьей вынесено постановление о привлечении общества к административной ответственности, назначен административный штраф в размере более 800 тысяч рублей. В настоящее время работы по капитальному ремонту по ряду домов завершены. По остальным находятся на контроле у прокуратуры. Подобная ситуация произошла и в районе. В поселке Шипицыно подрядчик до конца октября 2022 должен был отремонтировать фундаменты крыши на трех домах, но также наплевал на установленные сроки. В результате несоблюдения подрядной организации сроков исполнения договора на проведение капитального ремонта нарушены жилищные права граждан. Причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, выразившийся в недостижении целей и задач региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. За свое бездействие подрядчик получил штраф в сумме 257 тысяч рублей.